Дорогие друзья, всем привет! Как-то вот мне не прет со вчерашнего дня. Я вчера приехал домой и очень поздно попал в квартиру, потому что думал, что ключ забыл на рыбалке. В общем, ну, поздно записал ролик. Не было стрима, уставший был. И что вы думаете? После того, когда записал ролик, я сидел, мониторил, короче, просмотры туда-сюда, читал комментарии. И тут на секунду у меня пропадает свет. Буквально на секунду. И все. И после того, когда включили свет обратно, в ту же секунду, там, на секунду, клац-клац, знаете, вот так. У меня пропал интернет. Сегодня звоню, мне говорят, до 13 числа там технические неполадки, мы вам постараемся его починить. Короче, не будет у меня интернета до 13 числа, я надеюсь, что его починят раньше. Но пока что буду записывать ролики у Арти. Вот, короче, вот такая вот у него квартира, я думаю, вы знаете, да? Вот я сейчас записываю со своей камеры. В общем, не знаю, ребят, что по поводу стрима, может, у него буду стримить. Поставь лайк, если хотел бы стрим, чтобы я провел его сегодня 100%. Вот. Посмотрим, сколько у вас. Ну, я не знаю, мне, конечно, неудобно стримить в чужой квартире. Типа, ну, дома есть дома. Поэтому, ребят, такие проблемки. Но! Я помню, вчера я обещал двух персов апнуть на 500. Ну, вы, ребята, поймите меня. Ну, как я их апну, когда нету интернета? Я буквально вот Арти приехал, буквально у него он мне полчаса дал, сказал, все, дальше я буду работать. Апай свои гребаные 500 кубков и уматывай отсюда. Поэтому я пришел быстро записать и уехать. Ребят, сейчас апну Джесси на 500. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. И реально, поставьте, вот подпишитесь, поставьте лайк, чтобы мне подключили как можно быстрее интернет. А! Итак. Это ты Арти вырежешь? Ты ж монтировать будешь, да? Так, все. А? В смысле, ты не будешь монтировать? Ты охренел? Он говорит, не буду монтировать. Ну, не надо, блин. Brawl Stars монтировать, капец. А что подлагивает? У тебя нормальный интернет вообще? Я не знаю, пацаны, короче, что тут с интернетом. Но я постараюсь с таким интернетом взять у него 500 кубков. Мне надо 50 кубков, капец, это 5к так топ-1. Жесть. Ну, я постараюсь. Я как бы стараюсь. Блин, куда деться? Скажите, куда мне деться? Куда мне деться? О, они ушли. Как? Как они меня не убили? Лол, примат странный. Очень странный примат, он мог меня убить. Так, тут мы поставим турель. Опа. Там Леон. Леон, ты где? А где Леон? Лол, ладно. Ну, у меня 5 ба... Капец, а где Леон был? А, он в стелсе, наверное, был. Охренеть, так. Оп, минус. Ты иди сюда, иди. 5 банок, но он меня впритык убьет. Куда я с тобой тимиться не буду, гнида? Гнида, сдохни. Есть, отлично. 4 баночки, ой, 7 баночек, 4 бойца. Все прекрасно, вроде не лагает. Арчу, у тебя же не лагает, все нормально работает? Я просто не смотрю на экран. Вроде все нормально. Эть. А, камера-то тут, ребятки, привет. Блин, честно, так... Плохо, когда у тебя не твое рабочее место. К нему привыкать надо. Тут все не по-твоему настроено. Сидеть неудобно. Ну все, короче, не так. Как же хорошо дома, блин. Лыбится. А тебе, Арти, лучше тут или дома? Арти тут нормально. Он уже привык. У меня там гроза за окном. Дождь. А какая у вас погода? Как насчет того, что август заканчивается, а потепления нет? Как насчет этого? Что вы по этому поводу, ребят, скажете? Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию, что лето у нас ни хрена не лето. Или нет, или все-таки у вас лето за окном. Просто у нас день тепло, день дождь. Да какой день тепло, день дождь? Тепло 2 часа, все остальное дождь. 17 градусов. Ночи 17 градусов в августе, ё-моё. Когда там Илья в воду, кстати, сыт, напишите в комментариях, а то, блин, так грустно, что лето заканчивается, честно. Но это немножко, знаете, о больном я говорю. Эх, о грустном. Так, сколько у нас осталось? 36 кубков. Да поехали. Блин, я так хотел сегодня двух персов поднять на 500 трофеев. А, значит, я хотел поднять примата сегодня и Джесси. Двух персонажей. А вместо этого одну Джесси поднимает. Ты посмотри на это. Ну, ничего. А я хоть не громко разговариваю в микрофон, Арти? А я хоть без звука записываю? Слушай, а где наушники? Ты проверил? А, капец. Ну ты хоть музычку какую-то наложишь на фон мне? Я не знаю, что у тебя на компе. Как я могу монтировать на твоем компе? Я ничего не знаю. Я в Adobe Premiere ни разу не пользовался. У меня дома Sony Vegas и Camtasia. Все. И то открываю в черных случаях, когда там срочно надо...
ее открыть. Сделано. Наложишь мне музыку? Надеюсь, вы смотрите с музыкой. А, жесть. Вот запись хоть идет? Да, идет. Капец, ребята, это жесть, блин. Куча материала, куча работы, куча всего. Стримить надо. И, сука, на минус интернет. Ну ты просто посмотри на это невезение. Так главное, знаете, обидно было. Обидно в том, что реально свет отключили ровно на секунду. Такой просто щелчок, клац. Отключили, секунда прошла и включили. Отключили свет на секунду, а интернет отрубили на неделю. Бред. Ну, это не знаю, что где-то, видимо, что-то перегорело. Ну, ребятки, я никуда на неделю не пропаду, за это можете не переживать. А потому что... Никто не переживал, да? Просто я либо себе интернет сейчас куплю другой. Ну, там, не знаю, какой там... Не знаю, временный роутер там. Такой, знаете, который переносной. Вот, но это не обещаю, что скорость будет нормальная. Там может говнистая скорость быть. И стримить не факт, что получится. Но ролики пилить, да. Либо же вот так вот приезжать к карте, пока мне не подрубят интернет. И у него играть, стримить, я не знаю. Ну, типа... Я не знаю. Ты мне разрешишь сегодня стрим провести у тебя? Ну, как бы я не знаю... У тебя есть планы на вечер? Если вы понимаете, о чем я. Может, у него там планы какие-то на сегодняшний вечер. Бычара. Ну иди сюда. Хозяин квартиры. Смотрите, уже скоро 500 кубков. Он не захотел со мной в дуо. Погнали в дуо. Садись ко мне, в дуо будем играть. Не хочет в дуо. Чего не хочешь? Блин, а микрофон нормально его записывает, ребят? Что там по качеству вообще? Ужасное качество. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Арти. Как всегда, я Арти. И сегодня, ребята, мы будем открывать вот этот бокс. Вы представляете? Я его давно не открывал уже. Нет, это больше похоже на меня, потому что я сейчас на твинке. Чисто один ящик появляется, его сразу, ну, с пути к славе. Не, не хочу проигрывать. Я проиграл. На пути к славе появляется ящик один, да, я об этом пилю ролик, многие типа говорят, серьезно, ты ради одного ящика пилишь отдельный видос? Я такой, ну типа да, ну я хз, серьезно, на новом аккаунте я боюсь открывать ящик не на видос, а вдруг дропнется с этого ящика Лего, как я потом об этом вам скажу в видео, вы же хрен мне поверите, а я не хочу такое пропускать. Ну, типа, обычные сундуки я коплю, здесь не открываю по одному на видос. Ну, а на пути к славе, ну, типа, я хз, я серьезно. Мне хочется его открыть прямо сейчас, а не на видео, я боюсь. Ну, правда, ну, я понимаю, что вряд ли выпадет Лего, все дела. Ну, а вдруг? Такие ситуации были. Вот я Роме открывал боксы. Мне на секунду мысль проскочила, а может подрубить запись? А, да ладно, что там может выпасть с четырех сундуков? И что вы думаете? С этих четырех сундуков... Ничего не выпало. А вот с последнего большого ящика ему дропнулось целых два персонажа. Камон, я редко выбиваю два персонажа с одного ящика. И я пожалел, что не на видос. Поэтому впредь я вот теперь понимаете, не задавайте точнее вопрос, почему я вот на аккаунте без доната вот так вот много внимания уделяю какому-то одному сраному боксику. Поверьте, с него может дропнуться. Тем более этот аккаунт без доната, я тут каждый день жду нового бравлера. Наивно. Так, надо топ-1 брать. Получается, ой, там дождь такой, блин, такая красота. Ну как красота, я так люблю, когда за окном дождь, а ты там стримишь, видео снимаешь просто по кайфу. Так, 9 банок, шо, как мне его выносить, ребятки? Он сейчас стыки просто убьет мою турель. О, да он додик, он такой додик просто. Топ-1, ребята, ставим лайки, подписываемся на канал. Так, осталось 20 кубков. Арти, погнали с дуо. Капец. Иди сюда. Целых 20 кубков? Это две катки. Целых 20 кубков. Да что я проиграю, блин? Я тут изи катать, серьезно, блин. Вообще на изи, да, ребят? Это, кстати, у меня какой персонаж на 500 кубков уже? Ух, забрал. О, Фрэнк вообще стоит, не двигается. О, Розочка, пожалуйста, ставь. Как она через... Я уже был посередине... К...
карты, как ее, сука, шипы через текстуры дамажит. Роза, я бомбил на нее и буду бомбить. Конченая, пофиксите ее. Что это такое? Я понимаю, у нее дистанция большая. Ну как она может дамажить через кирпичи, через стену? Как? Разработчики. Бесит. Она меня не должна была убить через кирпичик. Ну типа смотрите, вот тут вот Роза, да? Вот она вот так вот шипами. А вот тут вот я, вот тут вот. Как она, сука, шипами? Ну как ты достала? Видимо так и должно быть. Ну ладно. Блин, мне так неудобно как-то. А, ну все, блин, вот теперь получше. Капец, у тебя стулка высоко. Просто я так нагибаюсь. Горбачусь. Так, а ну иди сюда. Блин, это мне на одну катку больше теперь играть. Арти, это из-за тебя, блин. Нет бы, пошли бы в дуо сейчас вообще на изях. А так Роза меня убила. А так бы меня Роза убила, а ты бы жив остался. Блин, я боюсь, там Леон в стелсе, походу, за мной бежит. Я так боюсь. Нет, Фрэнк, почему ты с ультой? Откуда у тебя ульта? Где ты ее взял? Капец, ставим тут пушечку. И пам-пам, пошла жара. Я знал, что он сейчас будет ультовать. Поэтому... Оп. Этому дурачку трудно мансить. О, сейчас удобно сел, вообще прекрасно. Так, Чикс. О, вот это вообще обожаю такие моментики вообще. Оп, вы видели, как четенько я пушечкой это словил, пульку, а? Ты шо вообще, скиллуха? Так, примат. Не, я манал, примат может убить меня. Так, шо там ты? Так, у тебя грибы, окей. Кто у нас еще? А, получается, примат и Шелли. Ну, погнали. Шелли сейчас будем убивать. Так. Поскольку у меня тычка? Сейчас надо попасть, чтобы понять, поскольку. Бля, трудно. Сейчас, отхилюсь. Оп. Итого 1700 урона. 1700 урона, это капец. Мне надо 6 выстрелов, да, что ли? Ой, между двух парней сижу. Ой, да между такими парнями готов всегда сидеть. Что я несу? Какими парнями? Я имею в виду, что игроки не очень, типа, они могли меня убить, зажать. Но Шелли ультанула в пушечку, отлично. Итого нам остается... А, еще много. Еще катку, а потом еще катку. Ну, камон. Так, ну, в принципе, мы можем сегодня еще совместный видосик с Арти запилить. Какой-то батл замутить. Мы давно хотели батл на желание. Но он лентяй, он ничего не хочет делать, не снимать вообще. Он сидит тут. Я пришел, он видео какое-то смотрит, вообще не хочет видео снимать. Вообще забил на канал. Вообще ему на подписчика что-то оправдывается. Я его даже не слушаю. Вообще, ребятки. Вот кто подписан на Арти, пойдите к нему сейчас на канал и напишите. Ты ленивое говно. Ну, я тоже ленивое говно. Ну, типа, пили видосы. Где видосы? Сидишь целыми днями, ролики какие-то смотришь. Вот это на меня быков стартанул, Арти. Сколько? Шестым сдох. Сколько? Минус один. Black White. Блин. Всегда последние каточки самые такие припизнутые какие-то. Как-то тяжело становится на последних катках. Либо я расслабляюсь сильно, не знаю. Хочется побыстрее просто. Типа, без поражений, чтобы быстро катка закончилась. Но не получается так. Блин, ну нормально так, да? За видос 50 кубков. Оп. Тихо. Давай, кольтяра, иди. Оп. Как? Я не попал. Есть. Оп. 79 хп. И последняя тычка, как всегда. Как всегда, просто, у меня так всегда. Не, бык. С тобой я не буду никогда тимиться. Оп. Так, сюда турелечку. Так. Так. Ой. Блин, ну капец, это я его убивал. Это мои банки. Нет, кольт. Есть, хорошо. Так. Блин, я хочу быка убить, но за мной кольт
Меня кольт преследует. Мне это не нравится. Ой-ой. Ультует еще. Блин, бык поджимает. Сейчас подожмет. Да сука, этот кольт меня тупо загнал в угол. Итого плюс 5. Ну ладно, все равно две катки. Хоть топ-1, хоть топ-5. В любом случае, две катки бы пришлось играть. Но вот сейчас мне надо, конечно, постараться. Я постараюсь. Возьму топ-1. Наверное. Я хочу центр. Но центр это сейчас лотерея. Либо меня сейчас зажмут, либо не зажмут. Ну, проверим. Погнали. Шелли такая тупая. Поехали. Угу. Там примат. Ну, в принципе, по примату сейчас урон будет нормально проходить. А нет, что-то не очень. Что-то не очень. Я ему помог все банки собрать. Ты, блин, ну теперь я тебя, зараза, буду... Блин, как же слабо я дамажу примата. Так, поставлю тут турель. А ну, иди сюда. Иди сюда. Ты что там стоишь на балконе? Смотрите, тут еще гости есть. Иди сюда. Вот камера, вот сюда. Помаши рукой. Покомментируй что-то. Ну что, значит, ты играть не умеешь? Так. Вот, ты проиграешь. Так. А что ты тут должен сделать? Джесси на 500? Ага. Ну, короче, удачи. Верю мне в этого человека. Ну, короче, не верит он меня. Говорит, играть не умею, 500 не апну. В общем, вообще дно. Так, тихо. Так, ну смотрите, пацаны. У меня 0 банок. Блин, мне не нравится, что тут и роза, и бык. Почему именно в этот момент надо подойти розе и быку снизу меня... Короче, надо быка отгонять. Короче, ставлю тут так турель. Ну, блин. Ну, куда мне деться? О, отлично. Отлично, отлично, ухожу. Оп-о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 п. Нет, топ-1 не получится, наверное. Да ну как? Вы... В центре тупо не мог никуда деться. Ладно, ладно. Но это все равно плюс 5. Три кубка осталось, yes. Рыжик, блин. Не кидайте мне инвайты, ребят. Три кубка осталось. Капец, 20 минут записываю видос. Капец. А еще в спортзал нам идти, а уже 4 часа. Жесть, конечно, жесть. Ладно. Последняя каточка, три кубка. Выносим сейчас всех. И, в принципе... Блин, так не хочу домой, интернета нету дома. А я стримить хочу, ребята. Хочу стримить. Что делать? Напишите, что делать. Так, что у нас? Три кубка надо. Это с каким мне надо сдохнуть? Это мне уже не принципиально топ-1 брать. Оп. Оп. И оп. Скоро будет, кстати, открытие боксов на аккаунте без доната, ребята. Да-да-да. Так. Есть. Рикошет. Не, ну шестым точно мне умирать рано. Так. Я еще молодой, надо хотя бы четвертым. Вот, да, четвертым. Пятым, по-моему, два кубка дадут, да? Так. Давай. Иди сюда. Иди сюда. Ну, давай, подыхай уже. Оп, есть. Так. Кто следующий? Сюда, подходите, подходите, подходите по одному. Всех убью. Примат, а ну иди сюда. А ну иди сюда. Ой. Немножечко включил режим дауна, да, и... Плюс два. Остается один кубок и вырубают интернет. А, ну да, тут же, если я закрою камеру, весь экран не закроется. Капец. Один кубок, блин. Поехали. Один кубок, блин, Арти, да задолбало, блин. Да я сам идиот, я, короче, такой на примата иду, думал он... Он просто ульту прожал, я думал, сейчас собирается улетать, он думал, он очканет. Я понимал, что я его не вынесу. Ну, такой режим дауна включил. Да ладно, пофиг, нормально, еще одну каточку сыграем, мне по кайфу. Не знаю, как вам длинные ролики смотреть. А мне, конечно, интересно. Только не десятым, только не десятым. Нет, нет! Ты шо, один кубок остается. Так. Так, так, так. Вот так во, так во, так во, вот так во. Вот так во, вот так во. Так во. Вот так во. Вот так во, вот так во, вот так во. Нормально он через мою турель пролетел. Так, ну вот этого я убью, изи. Да изи убью, сказал. Сейчас убью, сейчас. Только выйду на дистанцию. Сейчас я тебя убью, изи. Оп, раз.
пуля, да, не попадаю. Это такое чисто предупредительный был, если... Оп, и так вот турелечку ставим. Ну, давай, ультуй! Что ты стоишь, Биби? Что это за трио, блин? О, вот такое я люблю. Чуть-чуть. Одну птыку дал бы бык, и мне было бы проще этого дурачка убивать. Так. Мне все равно его убью. Yes. Ну что, надо топ-последнюю один брать. Топ-1 надо брать. Все, пацаны, без базара. Топ беру один. Один топ. Топ-1. Иди сюда. Бычок. Иди сюда. Да что ж такое, блин. Не, ну тут топ-1 можно взять. Но мне, честно, так не хочется выжидать, пока они выйдут с кустов. Вот лезу сейчас, чисто рискую. Чисто рискую, могу проиграть, но, блин, не хочу ждать. Реально, будут бегать, как сейчас инвалиды, блин, по всей карте. Все. Турель слил, чисто думал добить. И все, и ну и бык, что там, без банок, что он мне сделает. Хотя, 3 тыки, если он зарядит меня, он меня убьет. Раз. Ну все, он слил все тыки. Я теперь могу в упор его дамажить. По 2700. Нифига. Ну что, друзья? Джесси на 500 кубков. Нанах. 500 трофеев. Не остановит меня... Интернет. Не остановит меня интернет. Все равно приду и апну. Обещал апнуть. Ну, правда, я обещал 2 персов апнуть. Ну, Арти не дает мне играть вообще. Говорит, давай мне тоже надо ролики монтировать. Короче, уже 6 персонажей на 500 трофеев, ребята. Выбирайте, кого следующего проапать. У меня, смотрите, на выбор 5 бравлеров. Ну и ждите, скоро будут новые бойцы, потому что у меня уже почти 60 боксов. И скоро будет открытие. Ребятки, спасибо за просмотр. Камера хоть записывала все это время? Да, записывала. Спасибо вам за просмотр. Всех люблю, всех обнял. До новых встреч, пока. А что я так сделал? Типа переход в конце должен быть. Но его не будет. Потому что я не у себя дома. А тут у меня нету вот этих разных вставочек и прочего. Пока, ребят.